как пятый, тем памятнее цветы той весны, тем снег белей на голове солдата. И люди, пережившие войну, чьи имена не канут в лету, совсем иначе смотрят на весну, совсем иначе празднуют победу. Дорогие гости, многие из нас родились и выросли в мирное время, никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знали, что такое скудный военный паёк. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас война — история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем сегодняшний концерт, который открыл ансамбль народного танца «Быстрянка». Уходили парни на войну, поезда грузились на рассвете, их, лишь начинавших жить на свете, призывали защищать страну. Поет Дмитрий Димин. Девушка, милая, где ж ты, мой огонек?